Я сейчас сгрешу. Какать. Посмей. Только посмей, блядь. Стой, блядь. Стою, смотрю. Такой красивый. А чё, без детективов? А, это было, кстати... Вов, кстати, реально. Ну, видимо, без детективов пока. До следующего перезапуска, мужики. Тогда гасим всех, блядь. А как гасим? Ну, тут четверо, тут четверо. Давайте Баркуса, он на ФК. Ну, так это Артём. Это Артём, ясно. Пойдем, Артём, завалим. Пойдем. Если чё меня Виталик взял? Загасит, то это Виталик. Там Баркус, а Сейка, может, он вдруг ты сразу предложил ёбнуть человека. Может, а может, он невиновный? И чё я будешь делать? Ну мы откуда знаем? А мы откуда знаем? Ну так вот, нахуй тогда так проверять. Ну-ка, где ты прячешься, Артём? Где прячешься, блядь? Рассказывай. Ну, я вас видел. На спауне. Он опять да со снайперкой ушёл, слышишь? В том же корабле, да, нахуй. Да, он ушёл, пойдём он со снайперкой. Ты вот, блядь, аккуратнее, ну, да, нахуй, ты тоже. Думаешь, я тебя не боюсь? А я Антон, просто... Вон сзади нас а я нахуй кнопку не буду отпускать, вы, блядь, будете слышать каждый мой шаг. Если меня убьют, я прекращу разговаривать, значит, все. О, это читерство, погоди, это читерство. А все. Он нажал кнопку, блядь. Если молчишь, то... Он сам нажал кнопку, мужики. Влад. А! Нам в спину Антон заходит, слышишь? Я знаю. А как? А никак, тут не пройти ее. Тебя осталось. Но как? Пойдем. Но как? Снайперка. Ярик, ты живой? 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 Ярик. Баркас начал двигаться. Ярик. Ярик мертвый. Ярика нет. Артём тут. Артём. Давай бить его нам. Я не слышал выстрелов, но Ярика нет с нами. Стой, кто стреляет сейчас? Погоди, а Ярик который? Хохотун. А, Хохотун? А где пиздец он? Ты, блядь, Ярик, который, ты я с ним, блядь, не... столько я... игр проиграл, блядь, а имя ты его не запомнил, я пиздец, думал, ты проклятый. Антон, у нас еще ты живой? Есть Ярик. Я с вами, да. Антон с нами, вон, Илья здесь тоже, Мишур за Империал армия. Как скинуть пушку? Кью. Он на а почему бегает. Бегать нельзя? Антон. Так, Ярик. Ярик? Ярик до сих пор, но его нет. Я не слышал выстрелов даже. Может, он спрятался где-то? А в душевых? Это Владик бегает. А он в душевых. Он в душевых со мной где-то. То он не разговаривает, слышишь? Это подозрительно. Ярика я нашел, он в тубике сидит. В тубике сидит? Рядом. А нет, это безвыходное положение, мне только вниз падать, я не хочу падать. Ну да, просто ждем таймер, блядь. Трейтеру надо что-то делать. Еще раз открой дверь, я тебя ёбну. О, блядь. Давай! Это Ярик! Зал одно! Кто откроет дверь, того ёбну! Я говорил! Все, это Ярик был инноцентом. Если что, это Артём поможет быть. Они оба инноценты. Они оба инноценты. Нахуй началась эта война, блядь! Началось. У меня, я вот этого и да. Это Антон, это Антон, это Антон! Я сказал, кто откроет дверь, того я ёбну. Бессмысленно меня ебашить. Ну, блядь. Зачем меня ебашить? Так ты убил Лада. Я сказал, кто откроет дверь, того ёбну. Ну, я сожалею, блядь. Так вышло, нахуй, Ярик. Сожалею. Плинтер, блядь, учил. Я ничего не делал. Я пиво взял. Ты чем? Кто? Чен. Я не... Я чечен. Не важно. Не говори. Я уверен, ты Дарик. А чё, вот опять? Охуяли, вот какие приколы? Какие приколы? Почему Антон меня обвинил? В чём, блядь? Что я сделал? Какие ваши доказательства? Реально. Виталик, просто ты не трейдер. Ну, ок. Спасибо, бро.
Я тебя спрашиваю, блядь, где твои пруфы, что ты не трейтер сейчас? А где мои пруфы, что я трейтер, блядь? Я вместе с вами хожу, блядь. Блядь, кто кидает? Ты кидаешь? Кто кидает? Кто кидает? А подожди, нас тут пятеро. Я скинь дробовик, если ты не трейтер. С нами нет никого. Все хорош. Ты ему отдал дробовик? С нами одного чела нет. Один... Я Артём, как всегда, на позиции. Пойдём мы к нему наведаемся, мужики. Да. Пойдём его ёбнем. Осуждаю. О, давай сыграем русскую картошку. Таля, давай с ним в русскую картошку сыграем. В русскую картошку? Что это значит? Гранатами? Чипсы? А? Ну, кинем туда, чипсы, блядь. Чипсы. Где он? Вон, наверху, вон он стоит, блядь. А как эта хуйня работает? Не докинул. Блядь, кинул. Не ну и похуй. Он справа, он не там. Бля, горит. Алло, ай, блядь, жопу подскажу. Где? Явно он убачит? Вот. Здесь. Нет, ладно, он стрелял. Ладно, нахуя ты его убил? Мы сказали убить его, нахуй я его убил. Никто нихуя не говорил. В смысле, никто не сказал убить его? Трейтер. Я говорил. Все правильно. Трейтер. You are fucking трейтер. Ой, что это такое? Свое оправдание. Ничего не скажу, мне похуй. Ну он взял, убил человека, я... Ярик. Я охотник за убийцей. Бля! Я его убиваю. На, нахуй он умер. А все, дело. Ты слышал? Хуй знает, он реально умер. Это Ярик, это Ярик, это Ярик! Ярик уярит! По мне, просто так! Ярик! Сука! Да блядь, урон! Да урон не регает, блядь! Конечно, конечно! Сразу бумбок сказал, все. Я тебе поверил! Ты дробовик скинул! Да блять, я на горке кинул бомбу! Как звездный воинок, я тебе верил! Она улетела нахуй вниз, бомба ебаная! Ты был не братом! Ты был избранником! Вы бы это видели, это пиздец! Я пытался куда-то запрыгнуть! И наебнулся! В итоге я перепрыгиваю и нахуй вниз лечу, и понимаешь, что все пиздец! Я ставлю, что Антон трейдер! Что значит... Инцидентити гранаты, это что значит? Ня. Это Антон трейтер, я уверен. Да. Короче, я проверю, что это за граната. Да. Это как бы, которая взрывается. Молотов. О, молотов. Это Антон, я уверен, это Антон. Антон по мне стреляет, Антон по мне стреляет, Антон по мне стреляет. И что ты стреляешь по мне? Антон трейтер, Антон трейтер, я знал. Бля, я Виталика хотел убить, если честно. Антон, а я знал. А я знал, вот ты на меня напиздел. Виталик подкрутил мне трейд. Нихуя я не кручу, в этом режиме я не могу крутить. Да пизди, пизди. Вот. Что, бессмертные? Да, потому что раунд закончился. Антона убили. А, сука. Сосать Антон, уже... получается. Не один ты можешь играть в эту игру. Не один ты можешь играть в эту игру. Ты после респавна обвиняешь меня в трейтерстве. И оказываешься прав. Тут то же самое только что случилось. Интуиция. Интуиция? И у меня тоже есть интуиция. Видел? Падение. Так это я тебя обвинил в прошлый раз. Нет, там сначала Антон сам до того, как ты меня обвинил, он сразу сказал, что я трейдер. Да. А я думал, я тебя первый. Не получилось. Хотел все лов. В теории, кстати, можно предсказать, кто будет следующим трейдером. Опа, Ярик. То есть разве не рандом? Ай, Антон стреляет, блядь! Антон? Зассал. Антон стреляет? Да Антон по мне стрелять, блядь, начал. За что? Слышь, подожди, подожди. Он не стреляет. Он просто стрелять начал, блядь, с нихуя. Точно? Может той трейтер вот его начал. Или это ты начал стрелять? А может быть, да, это ты. Он стрелять начал, блядь. Подожди, постой, постой. Ну, Ярик, ну-ка постой со мной, давай смотреть на него, просто рядом ходить. Иди ты нахуй! Пиздобол, я знаю, это твои фокусы, блядь. Я просто так понял, блядь. Я просто увидел то, что ты, да, ты да. Оружие выкинул. Легко. Кого ты я выкинул? Оружие, я никого не выкинул. Оружие выкинул. Не, я не выкинул. Твои фокусы, чего убивал, мы подожди. Знаем, блядь. Можно, всегда можно я обвинить человека. Я и Эмки. Ой, какая хорошая игра, мужики. Мало. Какую кнопку тут? Можем мы спавна выйдем? Артём, на этот раз ты опять умирай. Первый. Нет.
Да. Какие ваши доказательства? А, мне они нахуй не нужны. Я просто буду стрелять, как Олег, блядь. Давайте тогда по такому же принципу Влада первого убьем. Артём убежал. Пойдем искать его на. Я предлагаю убить его нахуй. Вижу, бежит! Да хватит хуярить по всем, попал. Просто так. Да ебать, а что еще делать? Я не знаю, что. Убил? Я его убил, блядь! Пиздец! Но он раунд-то не закончился! Проверяй, он innocent! В смысле? Ну да. Это понятно. Я прошу прощения, Владислав, может быть, ты трейтер? После такой хуйни. Ну, хочешь меня в размен, можешь ёбнуть. Саспект, блядь. Я предлагаю, если меня Виталик ебашит в размен, тогда ёбнуть Виталика. Охуеть, не встать. Я просто сказал то, что тебя убью, поэтому я тебя убил. Он убочек. Прости, пожалуйста. Я убочек, да. Антон с Ильёй хуярится. Это Илья. Нет, это Антон. Это Антон был. Антон. Почему опять я-то, алло? Я въебал бы тебе сразу. Ты хватит откуда крутить. Заточку достал? Я видел, как Антон начал резать в спину Ярика. Тебя раз был трейтером, подожди? Пока нет. Я сидел за бочкой, они меня не заметили. А какого хуя ты смотрел, как меня режут, блядь? Я тебе просто карму повышаю. Садизм за хер себе ее понижаешь. Чуть, Виталий. Это карма 700 уже, Влад. Я хочу уйти в минус. У тебя кикнет нахуй. Так, кстати, нет. Да? Разве там кикает? Там уже, по-моему, урон срезает. Там при пределе кармы какого-то могут кикнуть вообще сервака. Ну ладно, зайдет. Похуй, перезайду. Это Антон. Антон, ты трейтер. Может быть тогда это Илья или Артём? У нас Илья, Артём и Ярик не были трейтерами. А нет, Ярик был, Ярик не был. Ярик не был. У нас три человека, которые не были трейтерами. Я лишь в сортире сидел. Привет, Антошка. Можно за мной идти? Антошка. Нет, я буду за тобой идти. Я хочу за тобой ходить. Мне похуй. Я хочу знать. На чем стреляет тебя? Это Антон стреляет. Я с Антоном. Да я за тебя иду. Антон, а зачем ты стреляешь? Зачем? Для чего? Что? Чего ты хочешь этим добиться? Объясняй. Зачем? У тебя, кстати, уже написано, что ты триггер хэппи, блядь. Ты долбоёб написано. Кто? Владик, у тебя триггер хэппи написано. Вот да, для тебя это низко. Это значит, что у тебя, да, карма хуёвая. Ес, блядь. Артём с бочками что-то делает. Артём? Как по мне Виталик идёт? А меня Антон поджёг. Меня Антон поджёг. Он сам к гранате подошел. Да, мужики, ловите. Я не буду играть трейтер, я буду на горках кататься. Привет. Не нахуя ты танцуешь? Оружие убрал. Ребята, я опять хочу срать. Привет. Что происходит? Пиздец какой-то. Можно тебе голову посрать? Нет. Влад убил Виталика. Так убивай его. За... И в ответ, да. Вот ты сука, а? Чаешь. На, получи, чаешь. Блядь. Сидел в дыму. Ниндзя. Черепашки к нам вернулись. Я хочу убивать людей. Хочу кушать. Убивай вместе со мной. Да. Прислужник трейтера, блядь. Для, что, чтобы 3 было, 2 было трейтера. 8. А у нас how much? Чего? 6. Здесь точно будет трейтером. Мужики, кто трейтер? Конечно же, Я. Спасибо. Я трейдер. Very good. А чё, где пистолеты все? О. Украл. Я предлагаю Артёму убить за такие. Если я трейдер...
Не я. Это вот смешки ебаные. Это не я. Это не я. Повезло. Это не я. Это я. Это того же мнения. Это не я. Это я. Здорово. Привет, Ярик. Может тебя ёбнуть? Может тебя ёбнуть. Ну ёбни. Не буду, блядь. Нахуй оно мне надо. Нахуй ты стреляешь мне в спину. Я тоже так могу. По приколу. Ты чё, сука? Тёмная вышка пошёл. За что? А ты за что в меня выстрелил, блядина? За что? Нам граната кинулась, слышишь? Тём наверху. Я рекинул нам гранату. Верху. На, если подпрыгни. Ай, блядь. Нахуй ты мне хп снял, да, он? Это не я. Сука. На тебе ещё в колено, блядь. Да ты слышь, охуел, нахуй. Что? Слишком много снял, давай. Давай. Ебать. Да иди нахуй. Ну и пошёл нахуй тогда. Вы слышали? Давай, паука. Что такое? Что слышали? Раз на раз нахуй. Я не буду с тобой стреляться, нахуй. Да там Артём ебалом ударился, по-моему. Артём, ты жив? Мужики, ловите. Да. Да у нас все здесь, 4 на спавне, ёб. 4 на спавне. Илюша где-то пора. Куда Илюша ушел? А если монтировкой кому-то уебать? Виталик, дай проверю. Я на ах ты сука такая! Я убью тебя, если ты подойдешь ближе. Я убью тебя нахуй. Я убью тебя. Я убью тебя. Я убью тебя. Я убью тебя раньше, блядь. Мужики, так, Виталик ладно, не трейдер. Влада надо убить за это. Давай нахуй на тот свет, блядь. За мной Ярик бегает. Если я умру, это Ярик. Пошли вы в пробки. Я, получается, кому-то карму снял или чё? Ну, ты себе карму снял, да, он, блядь. Не-не-не, я же от чего-то огня сдох, я же, да. По идее, кому-то карму снял. Нормально. Ну, Ярик, кто трейдер был? Ты решил меня ёбнуть? Ну, вот так, блядь. Интуиция. Короче, я понял, Руфус там читер. Там старый кого-то куда-то зовёт. Я Руфуса первым убиваю. Что? Тебя не Руфус ёбнул. Тебя не Руфус ёбнул. Да кто? Это все Артём, нет, это не я, это Артём убил, это Артём, это Артём, это Артём, это Артём, это Артём, это Артём. Я понял, Баркас, окей, хорошо, Баркас, окей. Владик, ты ведь реально кому-то карму подпортил. Себе, например, блядь. Ярик это запомнит, Telltale играл? А чё, кому карму снял? Никому, блядь. Даже я тебе карму снял. Это я сам себе, блядь, потому что тебе ноги простреливал. А чё у меня карма уже 659, не понял? Ну что ты нахуя стреляешь, блядь? На, нахуй, видишь, тебя, блядь, в кто пулю стреляет? Дали. За что? Да это Антон! Я убью Влада, потому что он в прошлом раунде хуйнул меня без причины, мужики. Ну Влад не трейдер. А я Баркаса убью. За шо? Потому что ты меня убил без причины. Ты угадал, но ты был трейдером. Без причины. А, ну справедливо. Но он без причины-то. Это Артём. Это Артём? Блять, по мне гранату дали. Это ты, Антон, мне гранату кинул, блять. Чё-то все замолчали резко. Да, блять, меня Влад чуть не ёбнул. У меня хп нихуя. А чё, Илью убили, что ли? Я вижу. Илью убили, что ли? Можно по никам, я не знаю, кто. Баркас. Такая же хрень. А Баркаса я ёбнул. Пиздец, блядь. Работится, сидит. А? Так подожди, у нас ещё Антон живой. И он молчит, мужики. А может, он уже не живой? Может, он уже не живой, кто знает-то, блядь. Я вижу бумбокса. Я иду к вам. Ты видишь там еще кого-то? Ярика. А, ты не там, что ли? На меня? Я нет. Понял. Так, Ярик, ты тоже просто Илью ёбнул? Я просто его так ёбнул, да. Ну, в смысле, за предыдущий раунд я его ёбнул. В предыдущем раунде убил тебя, потому что ты был трейдером. Но он ёбнул без причины. Ты, по-моему, Влада убил? Влада? Баркаса убил. А, Баркаса убил. Не знаю, Баркас кто, Влад или Илья? Это Илья.
Илья, значит, тебя Илья убил, а ты Влад умер так, перед не этим. Не подходи ко мне, не подходи мне, дистанция 1.5 километра. Понял, ладно. Ковид еще это, не запретили. Ну ты заметил, что мы тут с тобой вдвоем, а Артем где-то в пизде шарится? А, Руфус где? Вот его надо ебнуть. Ни хрена себе у вас предположение. Вот смотри, спали свое местоположение. Ну я вижу это, Виталий. Ай, блядь! Виталий упал это... в воду. Или... Где он? Или он не в воду упал? Так, где голос? Бомбокс умер? Бомбокс, по-моему, спрыгнул и сдох. Он, возможно, умер. Ты поищи труп. Вот суки, а? Бля, вот это... Я просто видел, как ты спрыгнул, такой молчит. Тихо, гуськом прячусь. Я в самом начале застрял, я сижу здесь уже весь раунд, отсюда не выбраться. Там можно выбраться. Бля, Мобокс, это было почти красиво. Я? А за то, что ты мне гранату дал, и то, что я был трейтером? Вообще-то он не кидал гранату. Это я гранату кидал. Ну, это я гранату кинул, если ты предыдущий раунд. Ничего страшного. Ну, я был трейтером, Антон, поэтому я тебя ёбнул. Какие причины? Мне не нужна была причина, чтобы тебя ёбнуть. А Влада... Влад, а я жестко, да, разыграл, блядь, мне трейтера дали, нахуй, тебя сразу ёбнул, да? И вопросов никаких не было, да, сразу? Я тебя в этом раунде ёбну, сука. Да давай, давай. Я тоже буду тогда драться, блядь. Я согласен. Да есть снайперки. Ну да давайте просто хуярится дедматч. Реально дедматч какой-то тогда начнется. Ну заебись. Начал, блять, раньше всех отличу, нахуй. Кто, блядь, где? Стой, блядь! Это Влад, Влад хуярит по мне. Слышу, монтировки, да? Антон, блядь, помогай! Мужчина не вмешивается в драку. Ты что, ты охуел? Да, ну ты сука ебаная. Бля, прикинь, это Антон в итоге окажется. Ну так это может быть Антон. Не, я сижу за этими переодевальными кабинками и в приседе присматриваю. Пойдем, пойдем в бочку, вселяйся, где я, блядь. Пойдем Артему хуярить, по приколу. О, это Илья, это Илья. Ярик убили, кто-то в кабинках. Это Илья. Человек бегает, аккуратнее. Пойдем, пойдем, пойдем к Илье, покажем. Внимание, внимание. На Е нажимаешь, блядь, и давай. Человек Ярик, 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 мужики, мужики, ко мне, на Е, блядь, в бочку превращайтесь, поехали. Кто еще живой? Заразы. А, блядь. Давай, 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 мужики. Я так сиранул, когда ко мне сзади подошел. О, все, два брата осталось. Слышь, бумбокс. Да я понял. Я так жестко дриснул, блядь. Ну это, мужики, в бочку превращайтесь, поехали, блядь. Все, кто умерли, блядь, поехали светить, нахуй, Илью. Как? Е. Да что светить тебе его? Мы не успеем доехать. Чё, бочку найти пока? А, нашёл. Сейчас. Как двигаться? Они сейчас встретятся. Сейчас они встретятся, ебать. Бомбу заложил Илья. Илья, как всегда, бомбу заложил. На нах. На нах. Два брата, блядь. Ты был у меня как с братом. А, Антон пидорас, кстати, добил меня, нахуй. Там была битва, блядь. Красава, Антон. Отомстил за нас. Спасибо. Во бледу на Антоне, блядь. Просто так меня ёбнул. Виталик, ну ты опять в этом раунде откисаешь. Пошел нахуй. Я-то тебя не убил, блядь. А мне теперь трусы менять. Это было честно. Влад, у меня к тебе предложение. Знаешь, какое? Ёбнуть Антона? Да, мы сначала ебашим Антона, а потом делаем дуэль. Нет, ну смотри, ты ебашишь Антона, ты ебашишь Антона, я не вмешиваюсь, ну, а потом я тебя ебашу. Ну пошел нахуй тогда. Ты ебашишь Антона. А чё, нет. Да. Ты ж меня потом пизданёшь. Я знаю, так ты меня пизданёшь. Я не буду в Антона стрелять, я буду... За что, блядь, он первый начал? Ну всё, хорошо, хорошо, я не стреляю. Влад, я не стреляю, перемирие. Взял, надамажил просто так. Так меня он тоже... Вообще. Да мне... Ах ты, сука, он стреляет по мне, вы видите, блядь? А я не блядь? Попал, не да попал, мне, не похуй, попал, попал, блядь. Попал ты или не попал, блядь? Я не попадаю. Да за что, блядь? Кто стреляет? Я, блядь! Ты, сука!
Если он меня ёбнет, вы виноваты. За что будете. Стреляешь, блядь? А он опять стреляет! Он стреляет, блядь! Вы слышите нахуй? Он да просто я, так по всем хуярит! Я не попадаю! Я всё, по нему, блядь, даже не стреляю сейчас! Всё, сука! Всё, иди нахуй! Олег, ты специально стреляешь! Да не стрелял я специально, блядь! Спидорасы! Неплохая работа, Олег. Сука, за что, блядь? Виталик, блядь, за что? Смотри, 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 они стреляют друг в друга! Артём ждёт, пока мы все друг друга перебьём. Ты смотри, ты смотри, ты смотри, они хуярят теперь друг друга, я по Ярику специально въебал! Влад, Влад. Влад. Я? Я предлагаю тебе работу суетолога в следующем раунде. Мы, короче, специально стреляем... Начать трахать всех? Да, да, да. Мы, короче, начинаем... Нет, типа, не убивать полностью, но будем так постреливать, постреливать. И будем валить друг на друга, понял? Тогда по минигану берем. Вот так, да, да, да. Стой, либо берем, короче, снайперки и стреляем по коленям, нахуй. По коленям, ну реально, залезем куда-то наверх, блядь, с тобой, и будем стрелять по всем, нахуй. Урон, урона меньше, что было просто, блядь. Да у тебя и так урона нет, нихуя. Да, это ваншот, блядь. Я тебя, блядь, выстрелил, чё это за дресня была? Мне так понравилось, что ты сагрился, Ярик, на мой выстрел, блядь. И начал по парням хуярить, а не по тебе, блядь. Потому что ты в меня стрельнул. Я знаю. Подожди, или ты первый кокнул? Или ты первый кокнул? Я сначала убил Влада, а потом начал по всем хуярить. Потому что по мне начали хуярить. Короче, всё-таки у нас... Так, мужики, последний раунд, все. Ты импостер. Team Deathmatch, блядь. А кто виноват-то, блядь? Кто импостер-то нахуй? Это Влад первый начал, ничего не знаю, блядь. Нихуя не было, не такая. Было, блядь. Импостер был, я первый начал, делал, блядь. Первый начал. Где сейчас снайпер? Ничего не делал, блядь. По факту, первый я начал. Я видел снайперку. Артём так ни разу и не был этим. Я ни одной снайперки не видел. Да, в руках тебе ядер, честно. Ну пиздец, блядь, типа. Я с пистолетом бегаю, не пизди. Это Артём, отвечай, это да Артём. Да что я-то? Да, Артём. Да это Артём, блядь. Ясно, понятно. Я точно со спавна нахуй хожу. Если я Влада увижу, то я его сразу убью. После таких обвинений. Пиздец. Эти гранаты, черти. Вот, слышите, это Артём, блядь. Кто такой, блядь? Я, брат. Здорово. Пойдём. Let's go. Потом со снайперки стреляли. Кто? У кого снайперка? А, я не знаю. У меня снайперка. Ну это не Влад, Влад со мной. По Артёму въебали кто-то! Да? Да. Да. Это не я. Мы с Владом стоим, никого не трогаем, у Влада не снайперка. У меня дробовик. Типа, блядь, кто... Там кто-то чел со снайперки хуярит, если что, мужики. Типа, суть в этом. Артём? Здорово. Ну с Владом стоим. У Влада даже, блядь, да. Оружия нет. Да. Халло. Ни пушек, нихуя. Халло. О, отверстие. Бля, пойду поплаваю. Бля, бумбокс. Подожди, ты наверху же ведь? Уже да, теперь был. Нет. А я хотел проверить, а через окно можно простреливать или нихуя нет? Нихуя ты придумал, блядь! На себе провери. Реально, Влад, пиздец. Ответь. Влад есть. Чего, я тут. Я живой. Я думал, ты умер. Ой, блядь. Уже обрадовался, да? Уже обрадовался. На одну цель меньше убивай, да? Меня ищут люди. Халло, негрос! Опа, ебать. За что, блядь? Антон Сергей хуярит по Владу, просто так. Вообще там мы заперлись. Антон Сергей, мужики, это Антон или Илья, трейтер? Они вдвоем заперлись в комнате. Врет. Виталик, трейтер, значит. Да рассказывай, врет. Блядь. Кто? Это Илья с Антоном. Что? За что, блядь? Че за гранату, блядь, кидаете? Это наша точка. Пиздец, они просто... А, Влад, ты живой? Они по тебе просто хуярили, правильно? Да. Да. Заебись, мужики. Ну, видите, они заперлись, нахуй, сидят, пукают. Я им гранату кинул туда. Пиздец, хорош. Руфус, дымовую, блядь. Что ты там сзади сидишь, дрочишь на нас?
на нас. Дрочишь. Халло. То только ты сладишь. Да за что, блядь? Да это они стреляют по... Ване надо, блядь. Меня Илья убивал. Кто-то хуярит со снайперки, продолжает. Так, я вижу обе-то лоха пошло. По-моему, выстрел по мне был. Да, по мне Илья убивал с дробовика. Понял, это не ты. Ну где-то недалеко от меня попадание было. То есть прям рядом. Спецназ, врываемся. Блядь, нет, нахуй. Ну я слышал попадание в металл. Это я передумал. А с какой стороны было? Не знаю. Ну там перестрелка какая-то адская, блядь. Там убили кого-то. Ёбнуло что-то. Труп, Оля. Ярик, кто рядом с тобой лежит? Обита, обита. А, ну это Илья с Антоном, надо их штурмовать, мужики. Обита просто досдох, я думал, я вместе с ним сойду, он один дошел. Да, короче, сидим, просто ждем, пока они выйдут. Мы охуенно забаррикадировались. К нам нельзя. Охуеть не встать. И поэтому вы убили невиновного, блядь. Поднимайте руки вверх и выходить с поднятой рукой. Убийца среди вас, и он вас сейчас пощелкает. Да, блядь. А ему сейчас это выгода какая-то? Вы там вдвоем сидите. Я думаю, это Виталик. Ладно. Вы понимаете, Виталик вас подстрекает. Я убил Виталика, это не он. Че? Я теперь точно его убил, Виталик, это не он. Значит, это либо ты, либо Артём. Артём съебался, где он? Зачем Виталика убил? Объяснись. Охуя ты съебался, подожди. Куда ты съебался, э? Подальше от тебя, ты Виталика просто убил. Я ж тебя тоже ёбну. Трейтера 30 секунд. Если трейтер ничего не сделает, то... Я проиграю. Уже! Ярика убили! Дошел. Он лохопешный, просто ждем его. Может зайдем попробуем его? Артём, нам нужно дожать его! Да ладно. Да ладно, сидим ждем. Это один из вас даун. Сам даун, блядь, слышишь? Он мину поставил. Кто-то С4 поставил. Кто-то С4 поставил, охуеть не встать. Это Антон, он пиздит! Виталик, у нас получилось. У нас получилось. Хороши, мужики. Артём, если что, в начале раунда в тебя я въебал с этого, со снайперки сверху. То есть я, получается, бумбокса прикрыл. Да, спасибо, Ярик. Пожалуйста, да. Спасибо. И я тоже. Артём, а вы знаете, что сговор между трейтером и минусом, то это не против. А там не было сговора между трейтером, я не знал, что я буду трейтером. Ну, в следующем раунде убиваю, да, ну ладно. Прикол в том, что мы просто в начале... Прикол в том, да, что ладно, мы... Вот это красиво было. Нет, это не красиво. Прикол был в том, что мы изначально просто с Виталиком договорились, что мы вместе играем в следующий раунд. Мы договорились, то, что мы возьмем по снайперке и начнем по всем хуячить. Но в итоге, блять, у меня у одного была снайперка, я хуйнул по Артему. Начали искать того, кто хуйнул по Артему. А тем временем, пока ты наверх поднимался, я скинул нахуй снайперку. Виталик за ней спрыгнул, блять. Я потом снова по Артему въебал, но не попался. Че, следующий режим? Давайте следующий ТТТ еще немножко с детективом в этот раз, а потом пойдем следующее. Уже надоел этот ТТТ. Да я предлагаю пару раундов еще с детективом. А кто восьмой-то? Нет восьмого, нет седьмого, блядь. На шестеро, все. Как я будет идти? Я включу, блядь, я в этот раз забыл включить, он с четырех игроков может быть. Ну, ребята, я предупреждаю, не будет всех.
Я РД иметь буду. Я тоже. Выключаю свой моральный компас на Лину. Все, вы достали меня. Артём пиздит. Он не может. А если реально будет ебашить, я буду его первым ебашить в раунде. И обвинять, блять, потом. Аргил создал? Or what? Но не в сети.